Так, ребята, всем привет. Хочу записать очередную порцию гайда по поводу прокси для русского BNS. Итак, давайте приступим. Для начала нам потребуется пути. Вот он у меня есть. Так, это я удалю, чтобы всем было понятно. Выбираем для начала наш сервер, который мы будем использовать в офпинга. Ну, лично для меня сокращает пинг больше всего MSK2. Так и впишем. MSK2. Offping.ru. Все остальное оставляем как есть. Save sessions. Вписываем имя, которое мы хотим видеть. Пусть будет BNS.ru. Теперь переходим во вкладочку SSH, туннели. Здесь вписываем порт 7050, если вы хотите, чтобы у вас работало все как у меня. Ставим вкладочку на Dynamic, нажимаем ADD. Обязательно переходим в сессии и нажимаем Save. Вот он у нас появился, загружаем его, нажимаем Открыть. Ну, поскольку у меня WolfPing кончился, я буду использовать тестовый. Логин тестанул, пароль тест. Отлично, в пути мы зашли. Все, так это все и оставляем, пути можно дальше свернуть. Теперь нам нужен прокси-файлер. Прокси-файлер. Запускаем его. Так, для начала нужно импортировать мой профайл. Ну, у меня он уже, конечно же, есть, но я его импортирую еще раз. Да, я желаю перезаписать. Проверяем, чтобы все здесь было как надо. Прокси-сервис должно быть ровным счетом вот так вот. Prexification Redis. BNS должен быть выделен и стоять прокси. Собственно, с этим мы разобрались. Дальше можно запускать BNS, если вам не нужен обход IP-блока. Сейчас я покажу, как это выглядит, а дальше мы вернемся к обходу IP-блока. Нажимаем кнопочку «Играть» и смотрим в логи прокси-файлера. Соответственно, Frost подконнектился для начала. Начинает запускаться наш клиент. Здесь логи пустые, соответственно. Так, вот клиент запустился, нажимаем начать игру, ну и соответственно смотрим логи, вот, то есть все наши сервера, вот они прогрузились. То есть все это идет через прокси, который мы соответственно до этого настроили. Все, пожалуйста, тут мы без проблем вошли в игру. Как вы видите, все работает. Так, здесь мы выходим. Теперь переходим сразу ко второй части. Сейчас здесь все отконнектится. Я бы хотел показать сразу, почему я использую вторую программу. Давайте я вот сейчас добавлю Chrome. Ну, так его и назовем Chrome. Uh,
Добавим Chrome.exe. Прокинем его на наш прокси. Так, все, готово. Все, клиенты отконнектились. Обновляем страничку. И видим кнопочку установить. Что за херня? Идем в логи проксифайлера и понимаем, что IPv6 не поддерживается, о чем нам проксифайлер любезно пишет. Я очень долго пытался прикрутить к нему IPv6, но почему-то он отказался работать, по крайней мере, с BNS-ом. Убираем Chrome обратно. Я его даже удалю. Обновляем. И видим кнопочку «Играть». О чудо. В итоге мы понимаем, что... Что-что? Что у нас проблемы? Проксифайлер не хочет прокидывать IPv6. Соответственно, если люди играют из-за бугра, из-за границы, из Германии, кто-то еще откуда-то хочет поиграть на русском сервере со своими русскими товарищами, у него это не получится. Для этого нам потребуется SOX 5. SOX CAP. Запускаем его. Так, при первом запуске он попросит импортировать браузеры сюда абсолютно все. Вот, у меня они уже импортированы. Теперь делаем настроечки, это я сейчас удалю. Чтобы вы наглядно видели. Итак, добавляем прокси. Дабл-клик, чтобы редактировать. Пишем 127.0.0.1 порт. Используем тот же самый, что мы указывали, 7050. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Протестируем прокси. Да, отлично, все приконнектилось. Latency 1ms. Все отлично. Запускаем браузер Opera. Смотрим в коннекшенах сразу. Пожалуйста, все приконнектилось. Вот у меня здесь... IP-шник, все показывается, что Russian Federation. Сейчас я открою Chrome. Так. Открываем Chrome, переходим ровным счетом на тот же самый IP-адрес. А здесь мы видим, что я сижу с Казахстана. Закрываем Chrome. Идем на Фагейм. Идем к БНСу. Кнопочка «Играть», сейчас он попросит войти или зарегистрироваться. Войдем. Нажимаем кнопочку «Играть». Также смотрим логи проксифайлера. Ё-моё, господи, что это за херня приехала ко мне во двор? Невероятно сильно шумит. 8 утра. Просто невыносимо. Ждем запуска игры. В общем-то, начинаются коннекты наши, соответственно, точно так же, как и в первой части. Все, можете нажимать «Начать игру». Пожалуйста, все работает.
И, соответственно, мы находимся в игре. Все, выйдем из нее. Все файлики, нужные для скачки, я приложу под видео. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за не знаю, за ваши лайки. Может быть, кто-то залайкает это. Может быть, кому-то это действительно окажется полезным. Спасибо, ребят, за внимание. На этом останавливаю видео.